Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео у меня будет такая видео-болталка, можно так сказать. Покажу вам свой нынешний уход, то, чем я пользуюсь сейчас. И я заказала, ну, скажем так, уход на лето, можно так сказать, новый для меня уход. И он у меня пришел с сайта Фармакосметика. Вот такая коробочка, мы с вами ее распакуем. Сразу скажу, я, кто меня давно смотрит, тот знает, что я не сотрудничаю с сайтом Фармакосметика. Заказываю все точно так же, как и вы, на свои личные денежки. Кстати, все промокоды, которые какие-либо были, мне и девочки, мои зрительницы, делились со мной промокодами со скидкой, они сейчас не действуют. Но нужно ловить скидочки. Я все заказала со скидкой, по-моему, в 30 или 35%. И цены, да, потихонечку снижаются, так что я думаю, что нормально. Для себя что-нибудь обязательно найду, что-нибудь из профессиональной косметики и не только. Так что супер. Давайте покажу нынешний уход, то, чем я пользуюсь сейчас. Есть уход, который, наверное, не актуален, потому что я его заказывала с сайта iHerb. Он мне нравится, но пока iHerb не работает, неизвестно, будет ли он работать у нас в России или нет, поэтому просто быстренько покажу, и ссылку, соответственно, я оставить не могу, потому что сайт лично у меня даже не открывается. Я как-то показывала в заказе вот такой тоник, он Sake, по-моему, это японская косметика, мне очень понравилась. Такая большая бадья. Вот тоник я бы повторила 100%, потому что он действительно хорошо увлажняет, успокаивает кожу. У меня кожа сухая, склонная к покраснениям. Мне 37 лет, и да, тоник прям вот идеальный. Надолго хватает его, классный, супер. Также у меня вот такая эссенция. Она дает просто увлажнение, то есть просто увлажняющая такая, тоже увлажняющая, успокаивающая эссенция. И вот такой вот крем. Крем я использую и днем, и на ночь. Вот сейчас использую днем, но у меня пришел новый уход, поэтому я буду его теперь использовать на ночь. Он такой достаточно плотный. Вся вот эта косметика имеет аромат такой, знаете, вот так вот выглядит сам кремушек. Вот, аромат такой, я не знаю, сидра какого-то, наверное, яблочного, перегнивших каких-то, перебродивших яблок, чем что-то такое. Но вот тоник просто вообще бомба. Очень жалко, что не смогу его заказать, потому что у нас нигде на сайтах я больше не видела эту косметику. Так, дальше уход от марки... Я не знаю, честно скажу, как она называется. Вот так вот выглядит. Очень классные у этой марки тканевые маски. У меня здесь крем для области вокруг глаз, сыворотка и ночной крем. Вот это ночной крем, придающий сияние для улучшения цвета лица. Он мне очень понравился, девочки. Покупала в Литуаль. Цена, я сейчас посмотрела на сайте Литуаль, осталась такая же, по которой я ее покупала. Покупала по акции. Вот очень советую вот этот ночной крем. Единственное, что он здесь содержит кислоты. Фруктовые альфа-гидрокислоты или фруктовые кислоты. В общем, какие-то... содержит экстракт австралийского пальчикового лайма, который источник кислот, в общем, витамин С, тра-та-та. В общем, классный, обновляет кожу, выравнивает ее. Извиняюсь, у меня, как всегда, лает моя собака. Выравнивает ее, делает ее такой гладенькой. Очень-очень мне понравился. Использую в качестве ночного крема. Классный. И он здесь так вот... Я извиняюсь, тут грязно, но показываю, как есть. Вы вот так нажимаете, он выдавливается, он легкий, не липкий, не придает блеск, не скатывается, полностью впитывается. В общем, крем классный, очень мне понравился, девочки, советую всем. Мне кажется, подойдет и для жирной кожи тоже, и при этом он не сушит кожу. То есть, действительно, вы с утра встаете, и у вас такой обновленный, даже выровненный цвет лица такой, знаете, такой здоровый цвет лица, я бы так сказала. Также мне понравилась вот такая сыворотка, я ее использую днем. Здесь внутри, как такой, видите, пакетик.
который как бы, ну, вы надавливаете, он как бы сужается так. За счет этого выходит, у меня тут его осталось, этого средства совсем немного. Это сыворотка, питательная сыворотка для лица. Тоже содержит экстракт австралийские сливы, кокоду, в общем, витамин С и так далее. Тоже очень классно увлажняет, очень классно напитывает кожу. Она в течение дня такая прям, ну, сияющая. Не знаю, я у меня сухая кожа, поэтому как будет для жирной, не знаю. Но мне кажется, для комбинированной и для нормальной кожи тоже подойдет. Очень хорошо питает. Ощущение комфорта в течение всего дня. В общем, супер. И на ночь тоже пробовала наносить. Но вот как-то мне комфортнее наносить сейчас, использовать днем. И сверху я наношу вот этот крем, потому что у меня все кремушки закончились, вот, поэтому использую. Повторю, 100% повторю, и вот эту сыворотку, и вот этот вот кремушек точно, он очень классный, он стоит сейчас на сайте в районе 1500 рублей, и я считаю, что он просто вот супер, действительно очень выравнивает тон лица. Прям вообще классный. Мне вот эти два средства понравились очень. Я вам ссылки оставлю, ну, на сайт Ритуаль, да. Что не могу сказать по поводу крема вокруг глаз. Вот это средство мне не понравилось вообще. Стоит не... Точнее, в последнее время я его использую на шею и декольте, потому что он даже такое ощущение, как будто бы подсушивает кожу. Девочки, для области вокруг глаз такой эффект, это вообще... ужас ужасный, на мой взгляд. Такой он достаточно легенький. Давайте я немножко нанесу. Вот этот, кстати, вот эта сыворотка, она как такой мед некий. Тоже липкости никакой не дает. Хорошо впитывается, быстро. То есть раз-раз нанесли, и все уже у вас впиталось. Вот этот крем, он очень легкий. Аромат у этой всей косметики такой какой-то, не знаю, каким-то цитрусовым, мне кажется, отдает. Вы его распределяете, и вроде как все увлажненное у вас такое, но спустя некоторое время возникает такая сухость такая. Не знаю, вот на шею декольте вообще отлично. Для области вокруг глаз реально я даже вижу, что вечером у меня прямо, знаете, такая вот, может быть, это какой-то такой антивозрастной эффект за счет того, что как бы кожа стягивается, да, и она как-то... Ну, не знаю, возникают вот такие морщинки вот здесь вот везде. И очень-очень такая сухая кожа. Поэтому я вообще, вот это провал полнейший. От этой марки я советую еще тканевые маски. Они вообще просто суперские. Я тканевые маски, вот обязательно буду в Ритуале, куплю их тоже. Наношу на ночь и просто потом снимаю саму ткань, маску саму не снимаю и ложусь спать. Утром кожа просто вообще супер. И еще из тоников вот у меня остался вот такой от Биодерма. Это мои старенькие-старенькие запасы. Сейчас, конечно, вот эти тоники, вообще вся вот эта косметика Биодерма, Виши и так далее, она, конечно, сейчас стоит, ну, на мой взгляд, неоправданных средств. Поэтому из тоников я попробую что-нибудь другое. Посоветуйте, может быть, вы знаете, для сухой кожи из бюджетных марок. Мне как-то чистую линию рекомендовали. Может быть, вы что-то порекомендуете, знаете, и я с удовольствием попробую. Так, ну и я уже открыла, вскрыла, скажем так, свой заказ фармакосметики. Я потом, конечно же, сделаю еще после того, как потестирую эту косметику, обзор. Ну, все как обычно упаковано, фармакосметика... Класс, они отправляют очень быстро, я до пункта выдачи, потому что они ко мне не ездят, и я якобы слишком далеко живу до них. Так, мне положили здесь подарочки, вот такие, от Олин кондиционер, баланс от корней до кончиков. Кстати, марка Олин для волос, обязательно присмотритесь, она очень классная, это российское производство. И вот такой вот еще... тонизирующая маска с экстрактом пурпурного женьшеня. Это тоже для волос. Вот такие два пробничка. Фармакосметика. Спасибо, они молодцы на самом деле в этом плане. И еще один даже пробничек у меня есть. Да? Еще вот такой вот пробничек мне положили. Кстати, что-то очень много пробников. Удивительно. И это что у нас такое? Я, кстати, не знаю такую косметику.
Это какой-то крем, девочки. Единственный минус, вот на этих пробниках, которые кладет фармакосметика, очень редко есть что-то по-русски. Вот, и обычно приходится переводить или искать этот продукт и читать описание. Не знаю, какой-то крем, 97% натуральных ингредиентов. Ну, попробуем. Я сейчас вообще согласна пробовать все. Так, ну и давайте и сам непосредственно заказ. Я решила познакомиться вот с такой маркой. Вот так вот она называется. Я не знаю, чье это на самом деле производство, но по цене очень даже неплохая марка. Чье это производство? Изготовитель, кстати, Польша. Так что, возможно, скоро этой марки и не будет у нас, да? Я, кстати, как-то не посмотрела перед тем, как заказывать, не посмотрела на то, кто производитель. Я сейчас внимательно это отслеживаю, потому что, ну, неизвестно, будет у нас это или нет. Вот такой вот я открыла. Это увлажняющий лосьон. Сейчас я его как раз... То есть из него прям выливается, прям налили от души, девочки. Это увлажняющий лосьон, по-моему, для тела. В общем, это увлажняющий лосьон, я так понимаю, для лица и тела. Вот, его для суперсухой кожи, его можно носить столько, сколько вам нужно и так далее. В общем, я потестирую, посмотрю, посмотрим. Я не знаю, будет ли у нас еще польская косметика. Наверное, будет, что... Вот, я так думаю, раз уж она есть до сих пор. Так, дальше я заказала вот такой кремушек. Этот крем, вот на этот именно крем, я, кстати, читала очень много положительных отзывов. Давайте вот так будет видно. Вот такой крем. Ссылки я тоже все оставлю. Это крем для взрослых и детей, и младенцев, у кого сухая кожа, сухая, чувствительная, склонная к шелушениям кожа. Вот так вот выглядит баночка. Говорят, ну, читала в отзывах, используют его и на логотке, на локти, на, в общем, такие супер сухие участки кожи. У меня бывает такое, что кожа лица очень-очень сухая, поэтому я и на лицо могу такие использовать кремушки. В общем, буду тестировать. В общем, буду тестировать, знакомиться с этой маркой. Супер. И заказала еще вот такой вот крем. Так, это антивозрастной крем с SPF 15. Для дневного ухода за кожей, в общем, с гиалуроновой кислотой, тра-та-та-та-поля, с уфофильтром, предотвращает фотостарение кожи. Вот так вот он выглядит. Ну, тоже буду, девочки, потом потестирую. Просто у меня спрашиваете, чем я буду его заменять. Ну, заменила польской косметикой, да. Интересно. Вот так вот выглядит эта баночка. Вот. Ну, в любом случае, заказала. Цена была очень-очень хорошая. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Так, дальше. Что это у меня здесь? Это крем для области вокруг глаз. Тоже с SPF 15. Это меня, кстати, и подкупило. Вот так вот выглядит. Это тоже крем-филлер, я так понимаю. Объем и лифтинг. Вот так вот выглядит. Но я больше, наверное, повелась то, что здесь SPF 15. Обязательно попробуем. Люблю, кстати, здесь, наверное, такой кончик. Да, вот такой вот. Вот. В общем, обязательно потестируем. Кстати, на этот крем тоже для области вокруг глаз тоже очень много положительных отзывов. И здесь у меня... Да, это какой-то подарочек. Крем с SPF 30. Ультра вайт. Не знаю, что это такое, 20 миллилитров. Крем с SPF, это мне подарочек тоже положили, еще один. Вот. Ну, за подарочки спасибо, очень-очень приятно. Кстати, в этот раз мне не положили накладную. Пусто. Обычно они вкладывают сюда накладную, но мне приходил чек в электронном виде. Так что вот такой вот у меня будет уход. Единственное, что я расстроилась, что это польский уход, но не знаю, будет Польша нам поставлять такое или нет. Потому что производство – это именно Польша. Это не, получается, да, не где-то у нас в России, знаете, а именно в Польше производится. Вот. Ну, ладно. Как-то так. Вот, в общем, сейчас дневной уход у меня будет именно такой. Вот такой лосьончик. Тоже я не помню, почему я его бросила. В общем, лосьончик буду использовать для кожи. Мне иногда для кожи тела необходимо какие-то такое мощное увлажняющее средство, потому что бывает
кожа пересыхает даже летом на теле, где-то в зоне декольте и так далее. Поэтому для меня это очень важно. Ну и теперь дневной уход у меня будет вот такой вот. Насчет тоников буду ждать ваши комментарии, потому что как-то не хочется много денег выбрасывать мне на тоники, с учетом того, сколько сейчас все стоит из ухода. Вот. Но цены, на самом деле, постепенно, по крайней мере, на сайте Фармакосметика снижаются. Я смотрю, что не может не радовать. Но, соответственно, если они снизятся совсем, то будет супер. Но тоники хочу какие-то бюджетные поискать. Вот чистая линия мне рекомендовали, сказали, что классные. Ну, не знаю, напишите, какими тониками пользуетесь вы. Буду ждать с огромным удовольствием. Может быть, какой-то вы уже тоже нашли интересный уход, замену подорожавшим брендом. Вот. Ссылочки все я оставлю внизу в инфобоксе. И на то, что получила, и на то, чем пользовалась. Ну, кроме вот этой марки, да, потому что на нее не могу оставить ссылку. Но вот этот тоник... Я бы его повторила с огромным удовольствием. Здесь 500 мл, мне очень надолго его хватало. Хватает. Вот он такой мутненький. Вот. Так что, надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч.